Всем привет, вы на канале Temp of Plan, а продолжаем играть в Mass Effect Legendary Edition. Отправимся мы на поиски Лиары в этой серии. В прошлой серии мы астероид исследовали. Асгард. А нам нужно вот сюда, Тауэр Артемиды, в общем. По пути можно, конечно, сюда залететь. Ну, скорее всего, давай сюда. Спарта, Кнос, Афины, Македония. В Кнос. По-моему, он там в Кносе, мне кажется. Точно не могу сказать, но, по-моему, там. Фест, Армении, Терум, Закрас, Арханес. Терум. Да, как раз таки здесь. А на остальных планетах можно что? Если есть, то какие-нибудь ресурсы поискать. Тут нет ничего. Фест. Тоже нет ничего. Арханес. Вот, разведать. Местонахождение газа. Здесь. Ничего. Ну, давай, в общем, приземляемся сюда. Кого с собой возьмем? Ну, наверное, Рекса. И это у нас технические умения, а он у нас биотические и боевые. Боевые, в принципе, у меня. Технические умения. Ну, давай так, в общем, такой состав будет у нас. Приземлились. Капитан, тут какие-то странные сигналы. Очень странные. Никогда не видел ничего похожего. Вроде бы они исходят из подземного комплекса в нескольких километрах от точки высадки. Ну-ка, карта. Ух ты. Интересная карта. Змейкой. Ну да, и наша вон такая ничточка. Чего я еще хотел? Да, особо-то ничего и нету. Сейчас самое лучшее, да и доедем, может, самое лучшее выберем, что там за оружие. Ну, вот на самом деле, зачем мне здесь выставить так далеко? Могли бы сюда бы. Там что-нибудь, точку какого-нибудь интереса сделали. А так получается пустовато. Но необычная местность. Вулканы, дым. А это этот... Гетов, да, точно, это Гетов корабль. А вот они. Высадили кого-то. Танки свои. Шагоходы. Шагающий танк Гетов. Дошагались. Гранатомет. Мимо. Ха-ха-ха.
Еще одна где-то вижу. Только дурак полезет на хату прямо в пасть. Умно изловчиться дергать его за хвост. Рекс нам что-то там уже предлагает в обход пойти. Намекает, мол, типа, напрямую не иди. И подпрыгнул. Там что-то есть. Взрываем. Где-то там еще двое заныклись. Нам получается, да, туда. Припаркуем пока здесь. Ворот вот этим будет открыть как-нибудь. Ну, сейчас, наверное, где-нибудь откроем. Так, выходим. И пошли там разбираться. Ходи. Псих. Он гранатометом. Ручное отключение. Есть что? Все, тут ничего нет. Возможно. Но мы еще в тех не были. Сейчас туда еще сходим. Тут ничего. Мимо. Прошел я. Тут опять это еще... Ой. Взять все. Ну, уже неплохо так разжился. Тут чего у вас? Ящички. Забираем все. Оружие нормальное такое раздобыл. Сейчас мы поставим себе что-нибудь. Вот здесь где-то есть один гад, прятался. Чисто, конечно. А вот эта кнопочка. В общем, я в этой игре играю за отступника. Изначально я играл, проходил когда? В 2007 году. Я играл непосредственно за героя. А теперь я отступником буду играть. Ну все, а как вот то открыть, я чуть не понял. Где-то я пропустил выключатель, может быть вот там? Забежал, не заметил. А, вот он, да, я же его не заметил даже. Все. Проход открыли, можно ехать дальше.
Напряжи ехать дальше, Андайка, мы... Навыки устрашения, да, добьем. Снайперские винтовки. Вот она, сюда нам качать. Да, и теперь снайперскую винтовку можем качнуть. Отлично. Плюс спектру. Что еще? Обаяние нам не нужно. Оно у нас качает. Так, отмена. А, тут минусы-то вот они были. Хотя минус. Да, вот так, блин, я не заметил. Что мы можем? Ближний бой. От оружия. Солдат, нездоровье. Секунду восстанавливает. Это обаяние нам не нужно. Снижать получаемый урон. Первая помощь тоже не хочу. Пистолеты, чтобы использовать, нужно, наверное, меткая стрельба. Давай еще снайперку возьмем. Здоровье, личная максимальная точность. Так вот. Так вот, отлично. Все распределили. Очков больше нету. У этих тут все уже распределено автоматом. Да. И нам нужно было так это взять все. Это штурмовая винтовка. Банши. Лансер берем. Бронебойные. Дробовик. Ятаган. Пистолет. Лезвие. А вот снайперочку какую там взять? Мститель. Ну вот это можно взять. Мститель. Она помощнее. Плюс туда взять какие-нибудь химические патроны. И что-нибудь. Датчик, ствол, датчик. Датчик, один радиатор. Ну, хотя бы радиатор пусть будет. Меньше перегреваться будет. Остальное пока не нужно. Очередной танк. Так, повысили мы уровень. Это хорошо. Готов. Подобрал. Рада. Опять высадил. Развернись. Ну чё ты буксуешь-то? Где там второй-то? Все, разломал. Да,
гранатометом. Эх ты, попал. Что такое живучий-то? А, это лосс. Готов. Колосс ваш раздавить. На карте сейчас мы их берем. Где они тут? Где-то внизу, а вон. Там какой-то тупичок. Ничего интересного. Техника какая-то только. Ну, поехали дальше, в общем. Ух ты. Поджидали меня. Так, очередные где-то тут застранцы. Промазал. Если он там был живой, то ему хана в любом случае. О, а здесь все пешком только. Нельзя. Ставим снайперочку. Так, она на остановке на чё? Один пистолет, два это у нас дробовик, три F3 это у нас автомат и F4 снайперка. Ё, мы запомнили. Кто-то где-то есть, тут я слышал. Выходи. Себе вот это удар. Шмяк. Где я там спрятался? Выходи, подлетел. Глаз прям ему. Растворился. Противник. Снайперюга. Все чисто. Гранатометом. Да что-то попасть не может-то. Дача большая, надо пониже брать. Живуч. Живой гаденыш.
Где-то еще один спрятался. До свидульки. Думаю, все в порядке, капитан. Это хорошо. Один был. Никого нет, капитан. Это замечательно. Так, мы на месте. Что там за хрень какая-то на мосту? Ух ты. Новый противник. Такс. Нам тут танк подсунули. Спасибо. Так, не падать. Куда он делся-то? О, косой. Хватит прыгать, лягушка. Надо, чтоб талия стала. Талия, ты будешь вставать, нет? Уничтожили мой танк этот. Где тут еще один заныкался? Выходи. Больше здесь ничего нету за этой там. Судя по всему, нам туда только.
можешь себе подлечить. Да, я не только себя лечу, я их лечу. Бам. Растворился. Тут за углом нету. Похоже, что пещера образовалась позже, после того, как все развалилось. Видимо. Прилетели мы на лифте. Опаньки. Где там третий? Стерильная чистота. А, все, да. Это они знали толком уюте. Ну, типа того. Вот, очередной лифт. Ниже мы сейчас спустимся. Пешком идти. Эй, кто-нибудь может мне помочь? А вот она, Элиара. Эй, вы меня слышите? Я в ловушке. Мне нужна помощь. Доктор Тессони. Элиара Тессони, я полагаю. Слава богине! Не думала, что кто-нибудь станет меня искать. Слушайте, это поле, в котором я застряла. Протеанское устройство безопасности. Я не могу пошевелиться. Вы поможете мне выбраться отсюда? Ну как? Я не могу до вас добраться. Мне мешает силовое поле. Это протеанский барьер. Я знала, что он защитит меня от гетов. Но когда я его включала, я, наверное, сделала что-то не так. В результате я попала в ловушку. Вы должны меня вытащить, пожалуйста. Сами виноваты. Не. Что мы можем сделать? Есть предложение, как вам помочь? Здесь есть панель управления. Она должна отключить устройство. Вам нужно как-то обойти барьер. Это и есть самое сложное. Отключить защиту снаружи невозможно. Как вам сюда попасть, я не знаю. Будьте осторожны. С гетами был один Кроган. Они пытались преодолеть барьер разными способами. И что, у них не получилось, видимо. Если ты тут все висишь. Ладно, у нас там задание внизу. О, вон мне. Здравствуйте. Один. По-моему, всех убил. Судя по всему. Фонарик. Нам здесь. Так, ввести код отмены. По-моему, вниз, влево, вправо, вверх, влево. Да, как-то так.
сходить посмотреть, там, по-моему, что-то должно быть. Да, вот есть оружейный шкаф. Гели использовать. Оружие третьего левела неплохо. И здесь вазовые какие-то патроны, еще что-то. Можно, в принципе, посмотреть. Винтовка. Не, моя круче. Дробовик. Абсолютно такой же. Пистолет. Так, Рекс. Тебе можно. Дробовик нет. Или да? Да. Пистолет. Да. Единственный биоусилитель. Бонус перезарядки. Лаборатории Синтрин фонд Сирта. Солярис единство. Увеличение длительности. Мощности. Ну и даже не знаю, что лучше. Ладно, подумаем. Страйкер 3. Он поточнее, но похуже будет почему-то. Ну все, в принципе, в остальном нормально. Это лифт. Сейчас мы сейчас зайдем. Ну да, со спины так. Я так и знал. Как? Как вы сюда попали? Вы все-таки нашли способ обойти барьер? У нас мощные пушки. Мы пробились с помощью горного лазера. Конечно, да. Тогда понятно. Пожалуйста, освободите меня, пока не появились геты. Вон та кнопка должна отключить поле, которое меня удерживает. Не так быстро, Шепард. Вы уверены, что она на нашей стороне? Конечно. Ее мать работает на Сарана. Я не моя мать. Я даже не... Я не знаю, почему Бенезия присоединилась к Сарану. Я не хочу иметь с этим турианцем ничего общего. Турианцем? Она нужна нам. Если бы она была за Сарана, геты не пытались бы ее убить. Есть идеи, как нам отсюда выбраться? В центре башни есть лифт. По крайней мере, я думаю, что это лифт. На нем мы сможем подняться. Идемте. Я все еще не могу поверить. Зачем я нужна была гетам? Думаете, это как-то связано с Бенезией? Саран ищет канал. Вы специалист по протеанам. Наверное, он хочет, чтобы вы помогли ему найти его. Канал? Но я не знаю... Что за черт? Что за черт? Руины вот-вот обвалятся. Лазер, видимо, спровоцировал сейсмическую волну. Видимо. Надо спешить. Тут все рушится. Уходим. Джокер, поднимайте Нормандию и отслеживайте мой сигнал. Мигом. Есть, капитан. Корабль в воздухе. Расчетное время прибытия 8 минут. Ему надо поторопиться. Если я тут сдохну, ему не жить. Точно, ему в любом случае не жить. Дробовик красный, это красность.
А вот он этот Кроган с гетами. Сдавайтесь! Хотя нет, давайте лучше поиграть. Убить этого урода. Нечего терять время на этого дегенерата. Оружие к бою! Хороший подход. О, ну, блин, Рекс, отойди, мешайся. Чего спрятались? Будете их бить? Все. Чего не достался, говнюк? Все. Гребаный штуцер. Мы чуть не спалили нашу птичку, капитан. Еще 10 секунд и резвиться бы нам в расплавленной сере. Нормандия, конечно, не говна кусок, но она не приспособлена для посадки на извергающиеся вулканы. Это так, на будущее. Мы там чуть не погибли, а ваш пилот шутит? Да, он еще тот остряк. Иногда Джокер ведет себя как кретин. Не обращайте внимания. Понимаю. Должно быть, таков человеческий менталитет. У меня немного опыта общения с вашей расой, капитан. Но я вам благодарна. Вы спасли мне жизнь. И не только от вулкана. Геты убили бы меня. Или притащили бы к Сарану. Что Сарану нужно от вас? Вы что-то знаете о канале? Только то, что он как-то связан с исчезновением Протеан. Это сфера моих исследований. Последние 50 лет я занимаюсь поиском причин их исчезновения. Типа вы зря тратите время. У меня есть собственная теория того, почему исчезли Протеане. При всем моем уважении, капитан, мне известны все существующие теории. Проблема состоит в поиске доказательств. Протеане чрезвычайно мало оставили после себя. Как будто кто-то не хотел, чтобы эта тайна была разгадана. Словно после вымирания Протеан кто-то прошелся по галактике и уничтожил все улики. Но вот что поразительно. Согласно моим находкам, Протеане были не первой в галактике расой, которая таинственно исчезла. Этот цикл начался задолго до них. Да, у нас мало времени. Переходите к делу. Галактика строится на цикле вымирания. Каждый раз, когда возникает великая цивилизация, ее внезапно и жестоко разрушают. Остаются лишь руины. Протеане, выходцы с одной единственной планеты, охватили своей империей всю галактику. Но даже они карабкались вверх по останкам своих предшественников. Их величайшие достижения — ретрансляторы и цитадель — основаны на технологиях тех, кто был до них. А потом протеане исчезли, как и прочие забытые цивилизации в истории галактики. Я посвятила всю свою жизнь тому, чтобы выяснить причину этого. Я знаю, что случилось. Или помолчите, я вам расскажу. Не такой уж вы и спец, доктор. Столько лет потратили на изучение протеан, а так и не смогли добиться ответа. Протеан уничтожила раса машин. Пожинатели. Пожинатели? Но я никогда не слышала. Откуда вы это знаете? У вас есть доказательства? Я это видел. На Иден Прайм мы нашли поврежденный протеанский маяк.
Он выжег в моем мозгу видение. Я до сих пор пытаюсь разобраться, что оно значит. Видение? Да, понимаю. Маяки предназначались для передачи информации напрямую в сознание пользователя. Найти работающий маяк удается крайне редко. Неудивительно, что геты напали на Иден Прайм. Шанс получить действующий маяк, пусть даже сильно поврежденный, стоит любого риска. Но маяки предназначались для взаимодействия лишь с физиологией протеан. Полученная вами информация наверняка должна быть спутанной и неясной. Я удивлена, что вы смогли понять хоть что-нибудь. Слабый разум мог бы быть полностью разрушен при взаимодействии. У вас должно быть очень сильная воля, капитан. Этим вы не помогаете нам найти Сарана и канал. Конечно, вы правы. Простите, мною овладело любопытство ученого. К сожалению, у меня нет информации, которая помогла бы вам найти канал или Сарана. Поможет помочь нас? Нам от вас нет толку. Не, ну мы так не будем, конечно, грубики. Я не знаю, зачем Саран хотел добраться до вас. Но думаю, мы поступили правильно, взяв вас с собой. Спасибо, капитан. Саран снова попытался бы найти меня. А место безопаснее, чем ваш корабль, я не могу придумать. Мои знания о протеанах могут пригодиться вам в будущем. А ее биотическая сила пригодится, когда начнется заварушка. Прекрасно, еще одна инопланетянка. Давай пожаловать на борт, вы можете лететь с нами. Скоро у нас на борту будет полный комплект из галактических рас. В коллекцию добавилась Азари. Спасибо, капитан. Я вам очень благо... Ох, у меня вдруг закружилась голова. Когда вы в последний раз ели? И спали? Пусть доктор Чак вас осмотрит вас. Думаю, это просто умственное истощение в сочетании с шоком от того, что я узнала о судьбе протеан. Мне нужно время, чтобы все это осознать. Хотя медицинский осмотр мне не повредит, к тому же у меня будет возможность еще раз все обдумать. Мы с вами закончили, капитан? Да, свободны. Ступайте к доктору. Остальные свободны. Отчет о ходе миссии подготовлен, капитан. Соединить вас с советом? Ну, давай. Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Мы получили ваш рапорт, капитан. Я так понимаю, доктор Тессони находится на Нормандии. Я полагаю, вы предприняли все необходимые меры предосторожности. Я знаю, что делаю. Не учите меня делать мою работу. Точно. Вы вольны поступать, как считаете нужным, капитан. Наша роль – предложить вам руководство и совет. Хватит ли вам ума послушать? Зависит только от вас. Мне советы не нужны. Точно. Капитан, связь прервана. Сейчас поисследуем тут планетки, какие вокруг тут есть, остались в созвездиях вот в этих. Терум, это здесь мы побывали. Все планеты остальные я смотрю, мы здесь, я уж не помню, в прошлой серии. По-моему, уже все исследовал, тут ничего нету. Фест. Ну да, тут все планеты эти уже осмотрел. Значит, тогда отправимся в Спарту. Давай, Спарту, по кругу будем. Посмотрим, что в Спарте там есть. Поступило сообщение. Соединяю. Капитан Шепард, меня зовут Насана Дантиус. У меня есть работа для вас. Подробности расскажу при встрече. Это незащищенный канал. Если вас интересует мое предложение, давайте встретимся на Цитадели, чтобы обсудить все лично. Я буду ждать вас в посольском зале Президиума. Так, задание у нас дополнительно в посольском зале Президиум, значит, Цитадель надо будет отправиться. Но пока здесь посмотрим, что есть. Тут ничего. Альтайна. Тоже ничего. Вот, тут можно разведать. Идол. Капитан, я получаю сигнал с поверхности планеты. Похоже на автоматический маяк бедствия. Вот, что-то есть тут. Ну, сейчас, подожди, я не исследовал все остальные планеты. Значит, Идол, запомним.
Тут что у нас разведать можно? Редкоземельный элемент. Так, остальные я все посмотрел. Раз, два, три, четыре, пять. Да. Давай посмотрим. Приземлимся, что там на этой планетке. Ну, конечно же, Рекс можно в Притессоне взять. Лиару. И Тали. Ну да. Подтверждаем. Сходим, давай. Куда нам? Нам куда-то туда надо. Месторождение лития. Литий, найти ископаемое. Так, начинается опять. Легкий металл обнаружен, отлично. А нам, вон, я видел. Что-то вот там он. Спутник очередной какой-то. Очередной спутник. Не хватает уровня электроники. Ну ладно. Не получится. Мы прокачаем потом. Куда хоть там ехать, я забыл уже. Туда нужно было. Угу. Так, вот сюда. Или сюда. Туда надо было сначала. Давайте туда съездим. Какой трупик. Мумифицированный саларианец. Найти артефакт. Найден жетон капитана Майлона. Кто такой ХЗ? Теперь обратно. Сдувай ветром. Вон туда. Ух ты. Вот это он прыгает.
прямо навстречу ветру. Ну, здесь, походу, сейчас будет что-то, драка какая-то. Ну, точно. Ух ты, козлина. Давай. Газуй. Промазал косой. Что это за хрень? Ну, ты будешь стоять или нет? Демонтируй. Года. Нет, тут сколько он перебил. Двигаюсь на позицию. Солдаты Альянса. Похоже, они прилетели сюда на маяк бедствия. Ну, типа того. Так, пятого. Уже что-то тут пятого левела. Похоже, эти люди служили под началом адмирала Кахоку. Он захочет узнать, что тут произошло. Нельзя никак уничтожить. Получается, все мы здесь. У нас навык. А хотя, может быть... Следующая там по кругу, которая галактика. Это Македония. Срочное сообщение от командования Альянса. Включаю. Шепард, это адмирал Хекет из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Это я уже слышал. Почему каждый раз, когда у вас возникают проблемы, вы бежите ко мне? Это точно. Вы спектр, Шепард. А эта миссия не для новичков. Проблема возникла на учебном полигоне Альянса, где мы проводим учения и тестируем новое оружие и технологии. Один из компьютеров, которые мы используем для симуляции тактики противника, перестал выполнять команды. Он не поддается контролю. Стало предвидеть это. Синтетический интеллект — опасная технология, адмирал. Поддержка виртуального интеллекта очень важна для успешных военных действий. Он обрабатывает тысячи рапортов и реагирует в течение нескольких наносекунд. Люди на это не способны. Хотя это и весьма продвинутая форма виртуального интеллекта, дальше его способности не распространяются. Он не осознает себя как личность и не связан ни с какими сетями. Вы сможете отключить его. Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон к ядру ВИ и отключили его вручную. Ну окей, я сделаю. Не волнуйтесь, адмирал. Я отключу эту штуку. Я знаю, что спектры отчитываются перед Советом. Но вы все еще человек и состоите в армии Альянса. Сейчас вы нужны нам. ВИ контролирует все оружие.
всех дронов и автоматизированные системы защиты. Шепард, только вы можете справиться с этим заданием. Удачи. Удачи. Хорошо. Это так. Разведать месторождение газа. Ничего нету. Разведать записи матриарха. Шардзилла. Так, а я здесь же был или нет? Погоди. Шардзилла или... Я чё? Или это новая уже галактика прилетел? Я же начинаю забывать. Ну, по-моему, я уже здесь был. А, нет, не был. Тут уже трава какая-то. Да, опять же здесь обломки, крепость, аномалия. Уровень опасности один. Давай-ка мы. Прям туда. Ящик нашел какой-то сразу. Все, забрали. Ой, гранат кинул. Я даже не помню как. Найти артефакт. Запись матриарха. Твоя дивизия, она тоже на меня реагирует. Ну, спасибо. А там он какой-то ресурс. Давай, давай, давай. Раптуйся. Да ё-моё. Редкоземельный элемент. Так, ставим сюда. Вон туда я вижу. Там сейчас будет драка. Надо мне сколько говняков.
пираты какие-то. База пиратов. Ну, пошли сходим, посмотрим, что у вас тут на базе пиратов. Что это там, стекло непробиваемое? Это помогло. Так, за ящиком не прятаться, пожалуйста. Цепись-то, блин. Так, их двое осталось там. Все, рассыпались. База пиратов готова. Что у них тут интересного есть? Забираем все. Бронежилеты тут отлично. Неплохо так разжился. Можно еще наверх сходить, посмотреть, что тут есть. Уровень низкий. Так, загрузить доказательства нашей информации свидетельствует о том, что Азари, являющийся лидером торговцев, приходится стоить... Насана Дантюс. Летнем послу Стадали должны вернуться в президиум, высказать это Насане в лицо. Окей. Блин, уровень низкий. А можно я? А навыки я так и не смог ей. Снайперка на максимум. Низкий уровень навыка. Больше ничего и нету там.
Ну, там что-то есть тут наверху. Панацелин. Ну, собственно, не нужен у нас много его. Получается, вот сюда осталось съездить. А что мне тут показываете? Я знаю, что тут. Ну, опять же спутник. Ну, хотя бы вот так можно. Карта местности. Тут я был, крепость в этой. Все, можно отсюда уходить. На Нормандию. На этом моменте остановимся, продолжим в следующей серии.